Тушку подавляю. Хорошо. Алды, вижу, вижу вот на вас метку. Выдвигайтесь на ВП-2, АТГ. Принято, алды приняли. Ирбистан, зайди, пожалуйста, метка это место, так, чтобы тебе было удобно работать. ВП-2, АТГ, ты видишь это? Я шепчу, да, вижу. Пожалуйста, по возможности отработать именно эти здания, когда будем там противник. Принято, что? Приятник. Вот он сейчас, короче, через дорогу тоже ушел на восток, по всей видимости. Вертушка АТГ. Хорошо. Я вижу его, вижу, да. Тебе трассу дать? Что ты докладывал? У меня бенз кончается. Пробую, пойду на заправку. Могу дать трассу. На заправке. Понял, я помню. Хорошо, все. Примерно меточку. Краник, будешь смотреть трассу? Существование, обращайтесь. Я сейчас смотрю, подожди, дорогу вижу. Сейчас, смотри. Марсель. Да, хорошо, отработай там прям основательно. Белый бежит. Штаб, белый бежит его. Там смещаться, танк уехал. Куда-то. Да, вам смещаться. Танк там. Он залег. На ЛС. Ну это очень далеко. СВР, что делает сейчас штаб? Смотри еще один. Ребят, можете один сверху назад. Трассерный. Бежит он. Марсел, ответьте. Салют. Понял, принял. Она вышла. Он, блядь, дерево сбил. Нитро на дальний? Он упал, у него кто-то упал, короче. А кто попал? СМ-2, что ли? Нитро прием. Да не мог я нахуй с такой дистанции, ты что гонишь? А я тебе говорю, он упал и сломал дерево. Блядь, ты знаешь? А если, прикинь, если я его просил? Возможно, посмотри, что это. Ебать, это ор. О, блядь. Лучший фраг на ходу. Артиллерия. Я объяснил ситуацию, обрисовал ее полностью и принес извинения. Я сказал, я проебался. Там... Я забыл, что есть еще один тимкил. У нас их шесть. Там не один, а шесть.